Весна – это время пробуждения и обновления. Сегодня мы решили узнать у горожан, как они проводят первые теплые дни. Свое свободное время мы проводим в различных развлекательных центрах. Гуляем в парках, вот, например, в парке 28 панфиловцев, в парке Горького. А так у нас основное время мы занимаемся учебой. Активно начинаю заниматься спортом. Если зима – это, можно сказать, время спячки, то весной я начинаю бегать как раз-таки. Вот этот парк – одно из таких благоприятных мест для бега. Также я хожу на йогу, плаваю, выезжаем в горы. На данный момент сижу в парке, гуляю, так как неохота сидеть в хостеле. Я приезжая, и поэтому просто гуляю, а у себя в городе практически не хватает свободного времени на то, чтобы погулять там с природой и так далее. Если получается провести свободное время, то в парк или в кино. С 1 апреля я бегаю по утрам в 6 утра. Я вообще живу на Новом площади, там район. Там парк есть, если вы знаете. Классный парк, я вам всем советую. Как мы убедились, у алматинцев очень разнообразный досуг. И вы тоже не сидите дома и отправляйтесь познавать мир.